Напрыканцы жніўня у аграгарадку Ляскавічы, што ў Петрыкаўскім раёне, вызначаць самую прыгожую дзяўчыну Палесся. Цэнтр моды і прыгажосці «Хрустальная німфа» пры падтрымцы галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гомельскага аблвыканкама арганізуе конкурс «Палеская прыгажуня 2018». Адбудзецца падзея 25 жніўня ў рамках міжнароднага фестывалю этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Тым часам напярэдадні ў Гомелі прайшоў кастынг претенденток на удел у конкурсе. С девчинами познакомились и наши корреспонденты. Усе, кто сегодня приехал у Центр моды и пригажости «Крыштальная нимфа» – представницы Полесского региона. Молодые девчины – уродженки одного из 12 районов Поудневой Беларуси – Гомельской и Брестской областей. Им от 16 до 23 годов, ростом выше за 170 сантиметров. Вось бодай и все критерии, якими обмежевались журы для проведения кастингу. Непосредственно на место девчины заполнили специальные анкеты, после организаторы вымерили параметры их фигур и запросили на особистую встречу. Я интересуюсь такими конкурсами и узнала о кастинге из соцсетей. Родители были за, сказали попробуй. Я хочу побороть свои страхи. Это какой-то новый шаг, новый этап. Это очень интересно. Серед членов жюри кастингу – представники организатора конкурсу Центра моды и прихожости «Крыштальная нимфа», а так само спонсоры. Девчинам задавались питания на конт их занятости, особистых захоплений, в опыты публичных выступлений. А кроме того, жюри высветляла относины прихожунь до махчимых измен у внешнем выгляде и увохоли проверяла их характер. В подобном я никогда не участвовала, хотя в детстве мечтала попасть на «Мисс Беларусь». Поэтому подумала, раз не попала на «Мисс Беларусь», значит, могут быть шансы здесь. Серед удельниц кастингу были две сестры, спортсменка, якая занимается шматборьем, наставница, якая марить стать журналистом. Кожная из девчин – цікавая особа, гэта означают и журы. Я считаю, что все девочки, они достаточно уверены, свободны в общении и достойны принять участие в этом конкурсе. На самом деле они все держались очень хорошо. И я думаю, что мы оставим всех, кто сегодня шел на кастинг. До конкурсу застается 2 тыдні. У понеделок девчины примут удел у специальной фотосессии для онлайн-голосования. Затем почнутся уроки дефиле, спортивные тренировки, отпрацовка танцевальных и інших выходов. Организаторы обещают незабывное шоу прихожости и, конечно, самобытной культуры Полесья. Евгений Кухаронок, Андрей Иванов, телерадио, компания «Гомель».